полное описание и точки выхода первой и второй серии второго сезона сериала «Против всех». Первая и вторая серии сериала выйдут на видеосервисе «Старт», а также на канале СТС 16 октября. В первых сериях мы увидим, как история деда Захара и его семьи продолжается. Занозины не намерены сдавать позиции в своей борьбе с застройщиком, который жаждет оторвать лакомый кусочек Подмосковья и возвести на месте деревенского дома многоэтажную новостройку. На этот раз семья, отчаявшись победить в честной борьбе, решает обратиться на телевидение. Занозины становятся участниками ток-шоу, надеясь придать огласке историю и найти соратников за пределами своего района. Однако ждет деда Захара и новых злодеев, мечтающих увести из-под носа фамильное имение. Беспринципная и готовая пойти на все, не пренебрегая самыми грязными методами, Барбара возьмет дело о покупке земли в свои руки. Смогут ли занозины справиться еще и с бизнесвумен? А по совместительству дочка генерала, взявшая от папы бескомпромиссное упорство. Первая и вторая серии сериала выйдут на видеосервисе «Старт» 16 октября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.